Так не я, вы начинаете. Это Мария Владимировна. Что, дедушка будет будить? И дедушка, ой, и дедушка тоже. Антошка. Антошка. Невзоров приехал. Антоша, смотри, Невзоров приехал, Антоша, смотри. Невзоров приехал тебя снимать в кино. Да, видишь, ты в школу собираешься идти. Давай, 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 мой красавец. Давай, давай, быстрее, я там тебе. И на твои места, пока я тебе сейчас быстренько одену. Ученик появляется, новый ученик. Новый школьник наш родной. Новый двоечник. Но есть новый двоечник, а мы вот и пятерочник. Я думаю, что это будет хороший ученик. Дедушка на это надеется, в конце концов. Имеет право на это надеяться. Футболисты хорошие были. Футболисты, футболист, он точно у нас. Они, правда... Почему они правы? Сейчас папа приедет. Ну, это папа. Ой, тяжело тебе еще нужно. А зачем машина здесь? Да. Давай. Так, моя красная. Свой номер. Там стоит. А синие, смотри, ну что, бабушке помочь, что ли? Не надо? Давай. Давай. Мой пучачок, это у нас не мытый. Я смотрю на ней, застегивать эти пуговицы. Придумывали. А папа машина испортилась. Думал, что всех как-то распортает, а теперь я даже не знаю, как это. Если бы он вчера встанет. Так, я кофе хочу говорить. Так, он так, подожди. Меню достигни сам, можешь? Мне не надо. Сейчас попьем кофейку. Мясо бабушка пожарила. Вставай, пойдем провожать Антошу. Ну, дядя пришел, он кино снимает. Так. Аленочка. Аленочка, иди сюда. Иди сюда. Ой, Антон, да. Тебе не трет руку, Антон? Давай. Пришел из школы ученик и запер в ящик свой дневник. Так, надо чайку купить. Галстук, говорит, нам что не сделали. Что не сделали? Галстук. Где-то свой даст. Я отдаю, пожалуйста, любой галстук, ему не... Да, такие всегда ровные. А я приехал галстук, подумай, где его. Сделал такой короткий. А там не видно будет подать, он же не будет снимать. Ну давай, сделай, как ты хочешь. Ну сделай, сделай. Что не знаю, как хочешь. Так, не надо. Чтоб было бы... Зачем ему галстук? Ему без галстука красиво. Зачем ему галстук? Не надо. Могу тебе этот маленький прикол. Не надо галстук. Давай ноги быстрее. Низко, низко. Ну, подставь. Не будем мускляться. Доброе утро. Я продолжу информацию про разумного спортивного сада. Валера, а ее дай немножко. Ну что, кошка? Иди ко мне, моя козочка. Иди ко мне, моя золотаюшка. Иди ко мне, моя солнышко. Давай, сойдем. Сейчас будем Антошу провожать. Будем провожать, Антон, одеваемся. Вот форма.
Давай. Вот наша форма. Давай, одевайся, Алёнушка. Одевайся. Иди быстренько сюда. Иди быстренько сюда. Давай, давай. Да. А? Глазки-то иди вымой. Иди вымой глазки. Алло. Ну, в игрушках, господи. Ну-ка, глянь. Что мы бросаем? Алёнушка, Алёна, иди быстренько одеваться. Что мы бросаем? Что мы бросаем? Куда подпринять, да? Да. Портфель. Давайте кушать, и все побежали. Все побежали. Быстренько. Ой. Кофе хотите? На полке. А еще же я сказала, слышно, что... Не, не надо меня. Не надо меня пока. Потом я... Чашечки кофе. Интересными, а наши дети будут всегда здоровы.
часто просят нас хотя бы иногда говорить о погоде в восточных регионах нашей страны. Я это делаю. В ближайшие два дня на Урале и в прилегающих областях Западной Сибири осадки не ожидаются. По ночам заморозки до минус 3, днем 17-22. В остальных областях Западной Сибири на юге... Это за себя должно. В востоке Украины даже... Вы с собой убираете? Цыганский табор. Все собрались здесь. Так вообще, враг, они не грубы здесь. Ты прыгай, да. Сейчас сюда стол подвинем. Так, кто следующий? Ничего. Отделяющий теплый воздух от холодного, теплого ветра потянулся далеко на восток. Поэтому в среднем Поволжье сегодня дождливо, пасмурно. Дядя Валера любит лук? Северный фронт в лес ушла осень, заморозки. Маленькие. Так, ты будешь кушать? А? Ты будешь кушать, киска? Нет. Ну, начинается. Пусти-ка. Так, стол у нас поехал на свое место. Смешно будет, как мы собирались. Как мы собирались. Восточный ветер 5-10 метров в секунду, от 13 до 15 градусов тепла. В Москве утром в отдельных районах небольшой дождь, по области местами туман. Восточный ветер 5-10 метров в секунду. Во второй половине дня температура повысится до 17-19 градусов. Повысится, обещали сегодня. Сегодня вообще не получается ничего, погода. Я сначала испугалась, что ночью дождь пошел. На кого яичницу, кому что? Так, дядя Валерий, сюда? Антошечка, на тебе яичницу. Полегче. На. Не хочу. О, это теперь будет что-то по другому режиму. Теперь уже тут нельзя кривляться. А кто будет кушать? Лариночка, причесывать Алену надо. Сколько нас человек? Кто сосчитает? Сколько нас человек? Сейчас. Тетя Нина придет. Кто-то с молочком, кому-то с молоком, кому-то с молоком. Так, а кофе будешь пить? А? Нет. Тоже нет? Ой, какое. Все, он не хочет. Так, кому я наливаю для молока? Кто не пьет с молоком, тот добавит черного кофе. Тут добавит черного кофе. Вот уже первый помидор не подходит. Что мы должны взять. Цветы в школу должны взять. Так, сейчас. Эти не надо.
понесет, Алена понесет ранец. Да, Алена? А, тоже поведем за ручку. Мы его потащим в школу. Дедушка, давай садись с ним. Он чего-то все не хочет. Все не хочет. В нашей традиционной рубрике «Новости городов» корреспондент в этой республике Адольфус Павлюс с новостями. Как вы знаете, несмотря на то, что сохраняется... Красавица наша, да? Все красавцы и красавицы, а никто себя не пьет. Я чайку не наливаю. Я уже все наливаю. Ты чайку не наливаю. Есть кофе, да? Где кофе, да? Доброе утро. Ну, а чтобы оно было бы действительно... Вы наливаете? А? Сначала то, что налила. Где деревяшка? Она стояла на деревяшке. Ну что? Да, если ты не хочешь молоко. На тебе этот кусочек мяса. Не спеша. Все. А есть молоко? Подержи. На, держи. Антошечка, ну поешь яичницу. Антош, если не хочешь мяса, поешь яичницу. Еще имеются и недостатки. Причем такие недостатки, которые нередко приводят к проблемам. А дедушка уже кушает. Ученик, давай, убирайся. Хватит уже. Ученик, давай поднимайся. Алена в красном платье, бабушка в красном платье. А где мне бантик? А мне бантик тоже. Тоже бантик, мне надо одеть. За да? Управление транспортным средством. Яночка, давай быстренько тоже отдыхать. Войну попали. Попал я, поехали вдвоем с ним отдыхать в Абхазию. Попали в Чимчили. Вот там кинокамера вот нужна. Вот там. Вот, Валерий. И теперь еще одно любопытное сообщение. Так, что, у тебя работает машина, Валерий, нет? Я так и знал, что у тебя все время... Да, давайте, я так и думала. Да, вы разбудите меня, вы взяли мою машину. Я толкнем ее, зарежусь. Гастроли будут проходить... Я бы свою машину взял. Скажите, бабушка, пешком ехать. 17-го уже домере 18-го. Ну, с папочкой. Затем они продолжат. А Валера, куда едешь потом, Валера? Ну куда поставил? Белые что ли? Белые, да. Алёне надо одеть. Колгот. Сейчас надо одеть. Серву колгот. Ну сейчас, собирайте. Я уже оделся. Пойдем, Валера, выходим. С тобой толканем ее. Может быть, это Валера дернет Валеру? А где красная машина? Вон машина. Антон! Макар, я сегодня уже на кофе. Привет! Привет! Поздравляем? Угу. Слушай, там не Вася? Антон! Антоша, она тебе шоколадочку? Шоколадку тебе даю. Подожди, и цветы ребенку не жарят. Цветы, он говорит, пускай другие. У Алены. Давай, Алене дай. Алена, что у тебя? Это Антоша, он там. Закрывай.
Антошечка, Вера наша, именинник. Антоша, на цветы. Антоша, на цветы. Бери быстрее. Зачем бумагу? Кто их придумал? Они же сейчас нужны. Ну и что? Алена, ты вместе? Иди к ней. Очень красиво. Только не в машину моей. Это натурально все. Антоша, слушай внимательно. Что, она так обожжена на руках? С первого дня, чтобы уже привык, все понимал, тогда тебе дома не надо заниматься. Понимаешь? То есть есть или нет, я не пойму. То есть или нет? Антош, чтобы вам на одни пятерки. Антоша спит на ходу. Алена, ты в школу хочешь? Антош, Алена хочет в школу. Алена, хочешь в школу? Я дверь сломала. Меня отключили. Мама, теперь. У меня есть ключи, Марина. А что? Я сломала дверь, меня не открыли. Ты у меня. А куртка у ребенка там. Не знаю, я побегу в фильме. Мы можем пешком. Да, мама, мы все помимо. Сейчас. Пишу, пишу, пишу. Я так наоборот, включи. Здравствуйте, Коля! 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 Здравствуйте
Вот у нас школьник. Вот он вместо Антошки, Таня. Хочет вместо Антошки. Привет. И Алена, вставай сюда. Алена, ничего, я что, не родился? Алена, вот я состоящий. Видишь, Антон идет, а я знаю, что раз это все правильно. Когда он эти мужчины дает газеты, я стал против ее дальше. А значит, она не какие-то суммы. Они вот детство должны приучаться. Детская женщина должна приучаться к порядку. Время что-то таскать. Все время обязательно. Счастью нет. Они не знаю, вообще классно. Мы так стоим. Спасибо.
Сейчас они встанут. Вот, она вылечит, душа такая.
Ну, вот ну легкая тогда ладно. Я вижу, там где розовые зонтики, это наш первый шаги. Вот такой, а не Б. Б. А вы какой? А, я не знаю. А, СБ. Да. А Б, А. Первый Б, да? Он еще знакомый, так что... Только учитель. Открыть, отдали ему, нет? Сегодня праздник, скажи, да не портфель. Алена будет в портфеле, потом же она будет вместе с ним. Да куда проходить? Там считают. Да, считают. Там будет в классе. Миша! Ребенок! А мама, мама, там девочки, а где? Товарищи родители, отойдите подальше, отойдите на площадку. Пускай, чего ты Thank you.
Я сейчас перейду. Ей удобнее в этой ленточке. Прицелька не будет падать. Нина, опустите. Школа. Юля, цветы отпусти вниз. Теперь опусти пониже, Юля. Пониже. Цветы опусти. Школа, равняйся. Смирно. Председателю совета дружины доложить о готовности к линейке. Товарищ старший пионер пожар, учащийся 539-й школы, торжественной линейки, посвященной дню знаний построен. Рапорт давал председатель совета дружины Бойцова Аня. Товарищ директор школы, учащиеся 539-й школы на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, построены. Рапорт давал старший пионерский вожатый Долгобородов Михаил. Вольно. Внимание! По знамёна пионерской комсомольской организации 539-й школы «Смирно». Равнение на знамёна. Thank you.
мальчик мой, спасибо, девочка. Ну, мне теперь надо заходить. Ой, кисенька какая, спасибо большое, ребят. Это мне теперь нести надо, да. Тихонечко, входи. Дима, да? Вы
ходили по школе. И парни, мы ходить с вами научились. Поэтому давайте сейчас мамам и папам покажем, как красиво мы умеем ходить. Взяли за руки, встали друг за друга. Давай. Они на вас тогда пойдут? Да, пошли. Так, идите. Сейчас подойдем к этому.
Таня, подожди сюда, подожди. Дай я тебе еще носочки надену. Футболку с парохода убирали. Таня, что, гоню? Что? А я дом. Что было? Снимай куртку, Антон. Снимай, снимай. Да, Антон, раздевайся. Ну как, учительница понравилась? Ага. Да? Ага или да? Хорошая учительница? Ага. Хорошая. Я хочу быть. Пойдем, Валерка, хорошо? Так, чуть-чуть. Он уже по телевизору, можете учиться. А я кушать хочу. Подожди, Валерка, подожди маленький. Сейчас будете кушать. Не надо, оставь диван в покое. Давайте сюда, дети. А идите сюда, идите сюда. Видите? Ну сюда скорее, Антон, Татьяна, сейчас. Папа, это что, дыня? О, какая дыня. Это дыня, Антон, дай. Она, я хотела тебе. Прыжка, прыжка, прыжка. Марина, подойди телефон, звони. Да не слышу. Алло. Да. Все, уже. Ну, может, здесь кто-нибудь есть. Откуда я знаю, что у вас? Чего, Марина? Это Таня, что Таня! Что ты принёс? А этот? Конфетный, что ли? Мам, дай мне вот это! Ну там конфеты, она распалится. Вкуснее!